Самое долгожданное и запоминающееся событие в жизни каждого школьника – это, конечно же, выпускной. На днях в Крокус Сити Холл состоялся большой праздник для всех, кто закончил школу. Все выпускники, как настоящие звезды, прошлись по красной ковровой дорожке, ведущими которой стали виджеи Сэм и Даша. Красивые и стильные выпускники в этот вечер забыли про все школьные проблемы и выпускные экзамены. Раз, два, три! Ведущими концерта по традиции стали виджеи РУ-ТВ Иван Чуйков и Нелли Ермолаева. Вообще, выпускной бал 2015 в Крокус Сити Холл всегда собирает самых топовых артистов нашего шоу-бизнеса. Бывшие школьники отрывались на танцполе под хиты любимых звезд, а сами артисты в этот вечер вспоминали свои выпускные вечера. Как прошел ваш выпускной, вот, можете вспомнить этот момент? Ничего, такой хорошенький, да? Выпускничок нам попался. Ты знаешь, я помню с трудом свой выпускной, если скажу честно, потому что, ну, я бы не то чтобы сказать напилась, но у меня была такая эйфория, конечно, и, ну, и вообще такое ощущение, что все, вот она, взрослая жизнь. У меня не было выпускного вечера, вот, наверное, поэтому я все время стараюсь одеться в самое красивое в эти дни. А я уже тогда, была глюкозой, и уже я где-то по городам и селам работала. Я же так был не самым лучшим учеником, ну, как-то, ну, был плохим был учеником. Когда все хорошие ученики, отличники, золотомедалисты, пьяные падали в фонтан, я вот стоял вот так и говорил: вот видите, Зинаида Петровна, а вы говорили, я плохой. Теперь я понимаю, что мой выпускной прошел скучно. Король Крокуса Имин признался, что на своем выпускном он решил отличиться, но попытка выделиться из толпы оказалась неудачной. Я был фанатом всегда Элвиса Пресли, я решил все-таки на выпускной, в школе я не решался, сделать прическу, как у Элвиса, такую большую, пышную, и страшно опозорился с этой прической, но пришлось высидеть весь выпускной с вот такой вот огромной шевелюрой. Вероятно, одноклассники, которые издевались в тот вечер над Имином, теперь кусают локти. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним.